Эхей, всем здорова, чуваки, с вами как всегда на связи Брайн, мы вместе с вами продолжаем играть в Total War Warhammer за Хаос. Итак, на прошлой серии мы остановились на том, что мы взяли две крепости Остланда в осаду. Давайте сейчас мы попробуем один ход продержать их в осаду. В осаде, возможно, они предпримут попытку вылазки, и тогда нам будет легче с ними справиться, чем штурмовать их поселение. Потому что довольно-таки гарнизоны у обоих поселений крепкие. Нет, не стали они делать никаких вылазок. Ну ладно, значит, нам придется атаковать их. Так, возвышенный герой. Повышение, защиту возьмем. Так, давайте начнем, наверное, с Вольфенбурга мы. Здесь у нас вроде как шансов повыше, чем в том поселении. Наняли мы один таран. Поехали. Так, нам надо будет как можно быстрее сблизиться с башнями, потому что будут они очень больно по нам стрелять. Так, набирали мы таран, но использовать мы его не будем. Мы отправим ломать ворота. Так, дракоограф. Собственно, самого Холика. Троди отправим. На стену у нас отправятся воины хаоса. Так, собак подальше. Надо как можно их поставить на большую дистанцию друг от друга, иначе мы будем нести большие потери. Так. Так, кто у нас пойдет ломать ворота? Ты. И ты. Сразу вас выбираем и отправляем по-быстрому, чтобы не терять время. Так, быстро на стены всех. Прям быстренько-быстренько всех надо подвести вот сюда. Чтобы избавиться от обстрела. Так, вас мы выводим вот сюда. Жалко, у нас возвышенный герой наполовину пуст, да? ХПшки немного у него, особо не повоюет. Можно, единственное, попробовать его отправить, может он с мортирами у нас разберется. Так, а вы чего встали? Так, кто тут есть еще на площади у нас? Пистольеры? Ой, нет, да, там не вариант. Не варик туда идти нам сейчас. Ломайте, 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 ломайте. Крушите. Врываемся. Так, сюда же.
Так, вот эти отряды нам забираются. Давайте их вниз сразу же спускаем. А, в тыл зайдем. Не сбавляем натиска, мы все равно атакуем их. Они уже у нас испуганы. Давайте Хулика попробуем вперед провести. Скорость врубим. Отряд полностью уничтожен. Будущим воителям там достается. Пытаемся прорваться сквозь. Единственное, у нас один пошел, да? Давайте, 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 блин, вот под таким огнем этих мортир ссаных стоим. Дебафчик сейчас тогда в толпу кинем, и все. Они вам будут не так активно мутузить хотя бы. Сейчас, 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 подкрепление на подходе. Ой-ой-ой, у нас тут герой почти подох. Отводим его. Вали, вали, вали оттуда. Еще они не хотят выделяться у нас. Давайте наверх, помогите там. Так. Собачек. Сейчас натравим. Нормально у нас тут поработал. Так, останется нам разобраться с лордом еще тут. Так, отруди сюда разворачиваем. Еще у нас там шлем раздора не откатился еще разок. Вырываемся, вырываемся. Отгоняем их. Так, здесь все. Враг отступает. Да, бой у нас был
довольно-таки непростой. Мы понесли приличные потери. Но решительная победа. Так, потеряли мы, получается, будущих воителей и воинов хаоса. Ну ладно, в принципе, воинов хаоса мы потеряли, мы их заменим более лучшими отрядами. А воителей хаоса мы будущих воинов поднаберем. Так, 35 тысяч. Разоряем провинцию. Так, есть разорить. Встанем сейчас лагерем. Доход от разорения поселения. Заменим мы вот эту вот очилочку. Нахольку зелье восстановления, но и не хочется зелье восстановления и у Зигвальда тоже отбирать. Так, подумаем, кого мы возьмем. Так. Вот эти парни все под воходом у нас набираются. Будущие воители. Возьмем тогда сейчас. Сразу. Избранные, кстати, 9 ранга. Давайте тогда, что вот этих, может, уберем. Распускаем. Так, нам там никакой угрозы нету. Давайте сначала посмотрим. То мы тут сейчас армию немножечко меняем. Рекрутинг проводим, чтобы никаких засад не было. То мы сейчас половину войск распустим. У нас тут будут атаковать. Вроде нет угроз. Значит, набираем мы избранных. Воителей взяли. Давайте возьмем... Так, ага, всадники по два хода у нас набираются, рыцари пики. Возьмем мы еще дракоограф и рыцарей с пиками. Вот такая вот у нас армия будет. Не просто по два хода, нам надо будет сейчас сделать вот этот найм. Какой есть. И надо будет сразу же после этого атаковать Вольфенбург еще раз и его разрушать. Иначе там опять гарнизон у нас появится. Так, а тут, кстати, враг нас контратакует. Здесь довольно-таки сложная битва нам уже предстоит. Крупных отрядов у нас здесь, к сожалению, нету. Ой, подождите, у нас Зигвальда ранили. Ой, я думаю, надо отступать тогда. Мы Зигвальда сейчас потеряли. Давайте тогда временно возьмем Архаона. Вот такие вот у нас дела. Так, и повторную атаку проводим. Вот единственное, не потерять бы нашего героя.
это опасно. А давайте, знаете что, чтобы его не слить, не дай бог, мы его выведем из армии лучше. А лучше перестрахуемся. Так и есть. Успех. Агентов сейчас вражеских вырезаем. Кого может 35%? Здесь это уже 35%. Кто прокачанный 5 ранга? А оба одинаковые. А там, посмотрите, еще какой-то есть чувак 17 ранга. Вот он, возможно, Зигвальда и вырезал. 22. Давайте рискнем. А вдруг сейчас вырежем. А вот и вырезали. Замечательно. Так, короче, у нас армию возглавил теперь Архаон. Давайте посмотрим, что тут. Скорость исследования. Можем дать проход. Хотела, конечно, под него отдельную армию взять. Так, что тут у нас есть? Сопротивление выстрелам. Ну, давайте пока тогда такую броню возьмем. Атака в ближнем бою. Сила оружия, устрашающий вид. Погибель воинов. Возьмем пока что есть. Скорость. Пока так. Завершаем ход. Смотрите, что творят. Так, в принципе, давайте подумаем. С мортирами мы разберемся с помощью собак. Вырежем их. 3 стрелковых отряда на летчике. Если мы вот с этими отрядами разделаемся, то конницы мы запросто зайдем в тыл и разделаемся уже с пехотой. Имперский пегас. Давайте попробуем дать бой, а вдруг у нас получится. Так, ветромагия мы оставим как есть. Начнем развертывание. Так, собак мы не можем расположить сзади. Ой, у них очень удобное местоположение на холме. Естественно, надо их оттуда выманивать. Пытаться. Так, всадников мы ставим здесь. Довольно-таки хорошее место, кстати, прикрыто не лесом. И один отряд всадников поставим здесь тоже. Так. Пехоту мы тут размещаем. Будущих воинов поставим назад. Так, кстати, маг у нас летающий уже. Это хорошо. Архаон, у него что тут? Кроме огненного шара больше ничего нету. Ладно, начнем. Так, вот сюда мы подведем наши
отряда. Надо, чтобы они спустились с этого холма. Так, мортиры что там? Нормально, еще там ехать достаточно. А здесь укроемся. Так, что там мортиры? Доехали. Так, подождите, они что, нет, я думал, они раскрыли нашу засаду. Нет, вроде не раскрыли. Давайте ускоримся, иначе они очень долго идут. Не спеша у нас. Мы выдвинемся навстречу уже. Можно, в принципе, взять. Так. Есть. Так, пистолеров даже не будем атаковать, они все равно у нас отбегут все. Сюда, сюда. Воителей в гущу событий отправим. Так, булаву скверно активируем. Побыстрее сближаемся. Выносим, выносим, выносим. Собачек, собачек сюда. Так, не скучай. Так, есть, вот этих хватаем тоже. Ой, там один отряд просто разорвали нам где-то. Воинов хаоса с алебардами уничтожили. Так, здесь собак надо уводить. Здесь у нас не получится ничего сделать. Стальеров долго грызем с вами тоже. Так, тебе назад. Архон, давай здесь тогда стой. Огненный шар. Так, где наш маг? Что тут у нас есть? Так, здесь мы разобрались. Давайте его сюда. Так, пистолеров здесь мы схватили. Так, еще раз атакуем их. Exalted hero!
еще не был. Так, не догоним все равно. Давайте в спину такую. Так, сейчас скиллы прожмем. Так, пока перекосили мы немножко их войска. Архауна стараемся пока особо не вводить в ближний бой, по той причине, что у нас не особо раскачан. Дабы не потерять его сейчас. Так, а чё, где наши собаки? Куда наши собаки делись-то? Так, давайте сюда. А вы тех догоняйте. Вроде все как и в нашу пользу складывается, но и не в нашу. Довольно-таки большие потери мы с вами несем в этой битве. Давайте их сюда перекинем. Так, ага, булаву заюзаем. Во. Так, тут замес. Пошел, думаю, должны мы справиться вроде как. Нашего здоровья побольше. Ай-яй-яй, тут вот эти надоедливые стрелки, мать вашу. Давайте, давайте, давай, давай, давай. Кукни его уже побыстрее. Ой, потерять сейчас можем. Героя. Отходим. Перехватываем. Так, там нас продавили, я смотрю. Так, он улетает. Подождите, или наш улетает? Да ладно, нашего мага разорвали? Вы серьезно? Обалдеть. Не думал я. Так, слушайте, что-то как-то все плохо у нас складывается. Эти сраные флагелянты, которые стоят до последнего. А вражеский лорд ранен. А вот сейчас должно все пойти в нашу пользу. Так, маг у нас вроде собрался с силами, но я его не буду бросать в бой, чтобы сейчас не потерять его. Все, враг убежал. Преследовать единственное, конечно, особо некому нам уже остатки войск. Все наши отряды конные разбежались. Да, сложно это, конечно, назвать победой. Практически были мы на волоске к поражению. Преследуем их. Даже будущий воитель особо у нас парней-то не набили. По 25 тел всего.
Так, этих преследуем. Давайте там вот. Тут мы их догоним. Так, ну ладно, можно закончить бой. Первая победа. Интересно, гномы будут принесены в жертву. Почему гномы? Почему гномы, интересно? Странно. А гномы будут принесены в жертву. Мы же с людьми воевали. Какие гномы? Что-то я не понял. Так, и что, готовы ли мы сейчас... давайте возьмем холиком сейчас в осаду. Так, да, а вот этой армии мы отгоним стык, который рядом стоит. Так, единственное, опять же, надо бы вывести нам агентов. Можем, иначе их потерять. Не хочется терять их. Способность. Чаша хаоса. Так, повышение ранга. Дисциплину сразу берем. Ох, нифига себе тут навыков Вархауна, обалдеть. Его можно как и ближника раскачать, и как мага. Но я думаю, мы скорее всего сделаем его все-таки ближником. Обалдеть тут. Надо все грамотно распределить будет. Так, в целях сохранности наших агентов, лучше бы им выйти. Неудача, так, а ну-ка. Ага, тут не можем ничего сделать. А этот парень у нас не дойдет. Так, здесь мы армию с вами потеряли. Так, этих мы объединяем. Так, сюда надо будет часть армии нам передать. А здесь сейчас найм не можем, да, сделать? Ладно.
Так, стоимость найма минус 25%. Блин, нету крупных отрядов, вот она проблема. Так, давайте подумаем. Сейчас кого-нибудь, может, сюда перекинем. Сила оружия. Так, Холика уводим. Подальше. Ставим на восстановление. Так, и надо набор делать сюда. Мы отдали с вами Дракоугра, да? Так, нет, подожди. Не этих, вот этих. Надо сюда агентов завести, чтобы они у нас пополнялись. То у нас они все побитые. Так, и кто еще у тебя тут был? Я не помню уже. Или здесь только этот был? Так, третий ранг. Только богов. А, ты вот тут вот был? Теперь сюда. Так, попробуем заказное убийство. Неудача. Не получается убить пока. Так, здесь найм мы пустили. Два хода будут набираться. Возьмем избранных еще. Здесь не можем стать наймом. Ладно, заканчиваем ход. Надо нам теперь сейчас восстанавливать, конечно, силы, потому что последние битвы были довольно-таки очень сложными, и мы потеряли очень много сил. Зигвальд готов к службе. Ну ладно, пускай у нас, в принципе, сейчас останется командовать. Я думаю... Хотя у Зигвальда вот есть задание невыполненное. Так, кого сюда еще? А, вот здесь нам, кстати, нужна конница. Ее у нас здесь нету. Собственно, сюда надо набрать еще конницу. Отлично, убили. Замечательно. Того чувака надо будет потом в армию поставить. Там и тренировка у него, и все. Довольно-таки неплохой такой получается парень. Зинч looks this way. Так, у Осланда осталось одно поселение, его по-прежнему никак не могут северяне захватить по какой-то причине. Но мы пока пропускаем ходы, я думаю, потому что надо восстанавливаться. Еще раз повторюсь. Надо сейчас обратить внимание, что у нас там с деньгами. Ну, с деньгами у нас, в принципе, порядок. Надо сюда... А, доспехов у него здесь нету.
А, думал его прокачать. Так, стойкость возьмем. Так, кого мы сюда сейчас перебросим? Здесь у нас... сюда надо перебросить нам... Конницу нам перебросить. Парочку отрядов вот этих. Так, есть. А здесь сейчас проведем донабор тогда. Парня можно сюда загрузить. Хотя нет, подождите, зачем он нам здесь? Нам он здесь не нужен. О, там Артуа приближается, мать вашу. А вот сюда мы поменяем местами. Вот так вот. Так, у нас минус 3500. Мы с вами практически перенабрали всю армию с нуля. У нас тут довольно-таки теперь неплохая такая элита образовалась. А вот здесь у нас, кстати, нету отродья. Вот отродья сюда надо впихнуть. Тоже будут полезны парни. Так, этих надо куда-то отвезти бы. Ну что ж, завершаем ход. Так, я смотрю, они тут поселение захватывают. Кто им разрешал? Какого черта, спрашиваю я. Так, здесь у нас найм еще идет. Давайте в безопасности, наверное, постоим. Так, что у нас тут есть еще? Что-нибудь появилось? Тут чашу сейчас надо будет дать. Спас бросок, указанный отряд. Дальность перемещения. Так, вот вместо до сюда. Так, сюда ачивочки. Доход, дальность перемещения. Так, здесь появилось еще у нас что-нибудь новенькое. По-прежнему ничего нету. Вот сюда вот этот чаша хаоса. Сюда и сунем. Этого чувака в армию отправляем. И есть. Так, а вампиры, куда вампиры у нас пошли? Выдвигаемся вперед потихоньку. Будем идти через восстановление.
Пойдем, я думаю, брать мы медную крепость и Хергик. Тартуа довольно-таки сильная. Я смотрю, фракция у нас стала нынче. Почему никак они Норден этот не уничтожат, поганый, блин? Ни в какую его не хотят добивать. Давайте им цели какие-нибудь. А, у вас цель есть. Они как-то вообще как не родные. Так, 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 так. Давайте вот сюда продвигайтесь. Вот сюда продвигайтесь. Так, ну Орион, о чем это? Допустим, сюда добивать. В принципе, тут вроде как никаких помех нету в продвижении. Так. Агента там, смотрю, на Архаона поперли. Быкуют. Заказное убийство, гады. Обратно Зигульда-то давай возьмем. Все, попрощайтесь. Последней провинцией. Разрушаем. Все. Минус еще одна фракция. Not likely. What? You dishonor me. For the gods of chaos. Нападение, заказное убийство. Ничего не можем сделать с этой армией. Заказное убийство. О, тут уже агенты идут. Эльфов я смотрю. Виднеется. Альдор захвачен эльфами, обалдеть. Вот так новость. Бедная империя. Уровень силы эльфов первый. Всех режут. Вот это будет проблема, конечно, с эльфами воевать. Там столько лучников. Кем мы их будем догонять? Ну а пока захватим Хергик. Так, а это спас-бросок Хорику дополнительный дадим. Так, попрощайтесь с провинцией со своей. Можно будет на Талабхайм свернуть нам по пути. Взять это поселение тоже, уничтожить. А новая особенность интрига. Сейчас стоимость возведения построек минус 5%. Так, ставим, становимся в найм. Хотела идти на медную крепость, но они там довольно-таки неплохо укрепились. Теперь надо дважды подумать, стоит ли туда идти. Талабхайм, давайте развернемся и, наверное, возьмем этот город, иначе нас вампиры опередят. Все-таки это столица, я думаю, там можно будет неплохо нам поживиться.
на 41 тысячу. Это круто. Сюда отойдем. Так, 23 ранг. Мантикуру вкачаем. Там что, доступ к ядовитым атакам у нас появилось. По строительству что? Не хватает, а? Пока очков. Так, а тут? А тут вот мы можем что-нибудь сейчас возвести. Может, постройки для колесницы взять? Так, или же все-таки... Алтарь хаоса построить нам. Распространение скверны. Ранг нанимаемых героев и численность чародеев добавим. Все равно нам колесницы пока некуда нанимать. А вот лишние агенты нам не помешают никогда. Так, заказное место 12, 25, 28, 35. Неудача. Никого мы вырезать не можем с вами. Ну что ж, на этом наше прохождение The House сегодня подошло к концу. Сегодня мы с вами активненько повоевали. Дальше нас ждет еще очень много интересных боев. Пока не представляю, как мы будем с вами вести войну с эльфами. На данный момент они с нами не воюют. Но если нам объявят войну против лучников, конечно, наша тяжелая пехота будет нести очень большие потери. Надо будет обязательно что-то думать. Может быть, как-то менять состав армии. Кстати, если вы сталкивались уже с эльфами, пишите, какую тактику вы предпринимали, чтобы побеждать их. Потому что я играю за хаос все-таки в первый раз. И если с людишками еще ладно, там пехота тяжелая их кромсает, то у эльфов очень много лучников. Я не знаю, какой у них сейчас на данный момент состав армии, но я уверен, что они не скупились насчет лучников. Ну что ж, всем удачи, обязательно ставьте лайки под видео и увидимся с вами в следующем ролике.